Мир вам, сестры и братья. Шалом, как в Одессе говорят. Я просто в восторге попал на такое собрание. Это быть в Одессе, это с детства было мечтой. Я был тут, ну, как бы, инкогнито и немножко мимоходом. А теперь на конгресс попал. Я в восторге. В день независимости нашей родной Украины. Ненька Украина. С тех пор, как она появилась на земле, мир стал другим. И сегодня мы с вами имеем еще особую привилегию быть в собрании святых. Я не знаю, как этот хор, кто его собрал, но потрясающе. Значит, следующие гастроли в Россию. Начинаем прямо с Одессы и до Магадана. Ну, так прославлять Господа. Я искренне вот благодарен вам и Господу за возможность быть участником этого прекрасного торжественного собрания. Я, вы знаете, как все мы советские люди, Украину узнавал из школы, учили. Я жил в Сибири, далеко очень, это был такой край каторжный, и учили в школе Николай Васильевич Гоголь, Тарас Бульба, потрясающий такой мужик, и то, что он написал, это классика по заслугам, а не потому, что Политбюро решило. И сейчас я даже не о нем, наверное, не о Тарасе Бульбе хотел бы сказать, вспоминал еще его одну тоже школьную программу «Ревизор», может быть, кто из вас читал. Есть люди в школу, ходили? Есть такие, да, слава Богу. Там у нас в советское время литературу заставляли учить. Ну, «Ревизор», он тоже был такой интересный. Его делали немножко революционным, типа, значит, он обсмеивал тот старый царский режим, да, и это было для советской науки, системы идеологически просто самое дорогое, если в литературе что-нибудь высмеивалось в то время. Он действительно высмеивал царский режим, и это произведение небольшое заканчивалось такой немой сценой, когда в городе все чиновники уже с ревизором, с Хлестаковым расправились, там кто откупился, кто как-нибудь его обставил, обвел, но одним словом все нормально, умыли руки. И вдруг на вот эту последнюю минуту, когда ревизора проводили, на сцену заскакивает мужичок запыхавшийся и орет: «К нам едет ревизор». Оно и начиналось с этого. И оказывается, вся эта комедия... Неделю там они его обыхаживали, все было ошибка, а ревизор-то только едет. Но советская школа, она не дала настоящее продолжение гоголевское, в котором есть так называемая развязка. И вот в этой развязке, значит, на эту немую сцену выходит чтец, так сказать, и он как бы задает вопрос в зал: где вы видели такой город, в котором ни одного добропорядочного чиновника нет? Бывает ли так уж, чтоб совсем ни одного? И сам себе отвечает: этот город – душа человеческая. Там изобилие вот этих всех хитросплетений, грехом пораженных страстей. Это душа человеческая, этот город, который вот так сам себя изворотливо выстраивает в любой ситуации и, кажется, из любой воды сухим выходит. А кто же этот ревизор, который к нам едет? И он говорит: Хлестаков – ревизор, это совесть ваша продажная, а тот, который едет, неподкупный судья, Христос Господь. И перед ним, другим уже поэтом вспоминая словами, не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Вот эта вот его развязка, она завершается призывом в зал: приготовьтесь к приходу настоящего ревизора. Он идет к твоему городу, к твоей душе. Потрясающая, захватывающая сцена, которой нас лишили в свое время, но теперь я вспомнил об этом, потому что все-таки дух Украины, дух незалежности, он так вот активно вторгается в мое сознание, и мне хочется прочитать вместе с вами о том, кто в глазах Гоголя поставлен этим вселенским ревизором неподкупным, кто властелин душ человеческих, кто властелин бытия, Господь наш Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, я прочту с 27 стиха по 30, это окончание этой главы. 27 по 30 стихи 11 главы Евангелия от Матфея. Сам Господь Христос говорит, слова Его: «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Вот мне представляется теперь
уже переходя от той небольшой Зарисовской-Гоголевской, наша реальная жизнь, как бы она ни была, бытовая, праздничная, общественная, личная, она все-таки все равно вплетена вот в эту суматоху дел постоянных, да, и в ней постоянное такое вот смятение и поиск надежды, разочарования. И есть мгновение, когда нам хотелось бы чуть-чуть задержать вот этот бег сумасшедший, а иногда Бог нас задерживает, останавливается. И вот это такое мгновение, когда Христос был перед толпой людей. Как сейчас, быть может, назвать вас толпой было бы оскорбительно, но масса, благочестивое собрание, святые и возлюбленные, и вдруг перед нами стоит Христос. И вот прислушайтесь, какие слова Он говорит. Даже нам, христианам, очень важно снова вернуться в такое, знаете, первозданное, вот такое наивное ощущение. Мы заблудившиеся, и вдруг открывается небо, и Господь Христос говорит: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Сына не знает никто, кроме... И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Это, знаете, как бы вот на площади нашей, как она у нас называется, в Киевской площади, где бурлят эти страсти, да? Ну, тут братья подсказывают, Майдан, но в русском языке почти нецензурное. Поэтому я боялся его произносить. Суть в чем? Вот мы так все на этой площади, да, и вдруг появляется тот, который говорит: «Мне дана власть не от Политбюро и не от того, что мне дядя там Сэм миллиончик подкинул, и не потому, что у меня есть армия боеголовок, а мне дана власть Отцом Небесным, который все во всем, от которого все начало быть, что начало быть, и без которого ничего не начало быть, что начало быть. И вот Он стоит перед тобой». Тот, который как раз-то и может разрешить все твои проблемы. Я знаю, что ты, как и я, часто обращался к авторитетным людям, к чиновникам, к родителям, к учителям, к пасторам. Тебя часто не удовлетворяли эти ответы, замысловатые, хитроватые, иногда наивные. Они, по крайней мере, не отвечали тому ожиданию, которое у тебя было, и ты оставался все в той же растерянности. Вообще, есть ли ответ настоящий, и есть ли тот, кто может дать этот ответ? Потому что действительно вот такая потеря цельности личности, потеря, собственно, себя, она сегодня присуща обществу вообще в целом и каждому из нас. Это называют еще постмодернизмом, когда человек как бы на пике вот своих возможностей информационных, общеобразовательных, культурных, он вдруг растерялся, у него нет ценностей, у него нет цели, у него нет ориентиров. Все низведено, нигилизм абсолютный. И вдруг появляется тот, который говорит: «Я представляю здесь Отца Небесного, я по Его повелению здесь, я выполняю Его поручения, волю Его выполняю, мне предано все им, я все могу делать здесь, приходите ко мне». Я бы пошел, и я пошел, давно это было, не ошибся и не разочаровался. Итак, тема проповеди моей, она сегодня, я просто ее обозначу так: Христос созидает личность. Христос созидает личность. Несколько таких маленьких иллюстраций из Евангелия. Я не буду переворачивать страницы и читать тексты. Я думаю, что Евангелие все вы имеете. Кто не имеет Евангелия, пожалуйста? Все машут руками. Это значит, все не имеют. Это просто душно. Я просто думаю, что вопрос уже, наверное, не имеет серьезного значения. Прошло время, когда Евангелие было запрещенной книгой, антисоветской книгой. Сейчас она доступна всем. Поэтому мы будем просто отсылки делать словесные, и вы можете дома прочитать. Первую историю мне хочется прочитать из Евангелия от Луки, с 24 главы. Христос восстанавливает личность, созидает личность, тема проповеди. И вот один из аспектов этого восстановления Христос возвращает людям цель или дает правильную цель, восстановление цели. Там описывается история, когда Христа распяли, и, естественно, растерянность посетила учеников. Они разбежались то куда, и просто от ужаса того зрелища, которому стали причастны, и от потери своих ожиданий, которые были, как очевидно, ложные, да, и воскресенье, которое случилось уже, как сегодня первый день недели, воскресный день, это день, когда Христос воскрес, они оказались не готовыми к этому явлению Христа воскресшего, и двое учеников, евангелист Лука описывает, идут из Иерусалима в Эммаус,
растерянные, опечаленные, как это бывает с нами, когда мы вдруг разочаровались в наших предприятиях. Господь Иисус Христос вдруг оказывается рядом с ними на дороге и идет и обращается к ним и спрашивает: что вы так печальны? Отчего у вас печаль такая на лицах? И они ему говорят: что ты разве не знаешь, что здесь случилось вчера, позавчера? Здесь Иисуса, которого мы как царя встречали, ожидали, что он-то есть тот, который сейчас Израилю свободу вернет, а его распяли. И он третий день уже в гробе. И, короче, всем нашим надеждам пришел конец. И вот он начинает с ними продолжать этот путь разочарования, путь ухода в никуда, путь ухода от цели, путь вот этой растерянности, и начинает им беседовать. И Слово Божие от ветхих пророков начинает рассказывать Божий план спасения. И вдруг у них начинает проясняться в голове сознание, что действительно над этим хаосом кажущимся Господь царствует. Над этим кажущимся вот миром беспорядочности есть божественный порядок. И он беседу продолжает, приходит в селение, уже стемнело, вечерок. Они говорят: останься с нами, заходи, побеседуем. Они зашли, он преломляет хлеб, подает им после молитвы. Они вдруг узнают в нем Христа, а его с ними не стало. Это озарение сердца получили они в тот момент, когда вот он, помолившись, преломил хлеб и подает им снова. И они вдруг поняли и друг другу говорят: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами, беседовал с нами? И вдруг произошло нечто, что изменило их жизнь. Они уходили из Иерусалима в кажущееся небытие, может быть, подальше от проблем, может быть, в конце концов, подальше от надоедливых родителей, от пристававших учителей, от этих пастырей, которые все время преследуют, масса людей, которые, кажется, нам домогаются нашей свободы, и мы все время хотим куда-то уйти. Но вдруг подходит Христос и говорит: почему вы печальны? А разве вы не знаете волю Божию? А разве вы не знаете Его цели? И вдруг наступает этот мир. Не горело ли в нас наше сердце? Что получается дальше? Они ночь на дворе, бросают свою комнату, ночлег приготовленный, и бегом назад в Иерусалим. Прибегают в Иерусалим, находят комнату, где друзья их ученики, заходят в эту комнату и рассказывают, что с ними произошло. Они видели воскресшего учителя. Он действительно воскрес, он беседовал с ними. И в этот момент, когда они говорят им эти слова, появляется Христос между ними и говорит: мир вам. Потрясающая сцена. Просто небесного происхождения. Реальность нашей жизни, я смею вас уверить, брат и сестра, друг дорогой, у которого может быть потеря цели, потеря реального следования за Господом. Когда ты начинаешь прислушиваться к Господу, который идет с тобой рядом в твоей жизни, через проповедника, через твою маму, через соседа, через нечаянно пришедшего к тебе со страниц Писания образу Божьему, когда ты открываешь свои очи сердца, и вдруг ты видишь эти руки пронзенные, которые подают тебе хлеб жизни, когда возвращается чувство действительно в этом мире, в мире хаоса, вот он, Господь. Он появляется с тобой рядом реально и говорит: мир вам. Возвращая тебе настоящий мир, дарую тебе свое прощение, снова называя тебя по имени. Мне бы хотелось сказать, вот в этот прекрасный час нашего общения, для всякой души, надломленной цели, потерянной цели, утратившей цель или не обретшей ее, сейчас в этом собрании, через пение, через слово, через прикосновение Духа Святого, Господь возвращает тебя на путь правды и показывает эту цель. Куда? За Господом, в Иерусалим, то есть тот город Бога, город мира, в котором Он, воскресший Христос, открывает для тебя небо. Мир тебе, он говорит, протягивая к тебе свои руки, восстанавливая цель, созидая личность через восстановление цели. Есть такой психологический портрет личности или норма личности, существует такой в термин и определение. И в нем, кстати, есть как раз одно из определений личности цельной, личности психически нормальной. Это способность созидания цели, наличие цели. И надо заметить, что действительно мы, как народ славянский, при том, что 1020 лет крещения Киевской Руси отметили, мы на самом-то деле народ до сих пор еще блуждающий так, чтобы сказать, что у нас есть цель очевидная, она действительно укоренена в духовных основах, было бы, наверное, большим преувеличением. Поэт, наш русский классик, как-то выразил, наверное, такое общенародное состояние хаоса, и он сказал: «Создатель неба, отпахни покров высот твоих лазурных, и на несчастных нас взгляни, пловцов в водоворотах бурных. Мы растеряли паруса, и руль, и снасти растеряли с тех пор, как тишь и небеса на мрак и бури променяли». И очень может быть, что среди нас есть такая душа с потерянным
светом, с потерянным покоем, с потерянным небом. Господь Христос сегодня желает возвратить тебя в свое присутствие, потому что Он говорит, мне дана всякая власть, и Он приглашает всякого, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Вторую иллюстрацию мне хотелось бы привести из Евангелия от Иоанна. Это был тот же самый день, воскресный, как и сегодня, когда Христос пришел к ученикам, и там среди других не было одного – Фомы. Фома известный, как у нас в народе такое выражение, Фома неверующий. А потом он приходит позже, ему говорят, Христос приходил. А Фома говорит, да, такого и быть не может. Мы же видели, его распяли, и погребли, и стражу поставили. Если я сам не увижу, если я не вложу мои персты в его раны, я не поверю. И наступает следующее воскресенье, первый день недели, сегодня это воскресенье называется, ученики опять вместе, вдруг появляется Христос Господь. И так, как бы, знаете, описывает Иоанн эту историю, как бы не замечая никого другого, направляется прямо к Фоме и говорит, Фома, подай-ка твою руку, вложи-ка в рану руку свою, подай свой палец, вложи в мои раны от гвоздей, и не будь неверующим, но будь верующим. Читая это повествование, не знаю кто как, но я, знаете, все время вздрагиваю от этой необыкновенной, нечеловеческой любви, которую Иисус Христос проявляет по отношению к Фоме, который, в сущности, если бы, говоря нашим бытовым языком, вот так бы кто-нибудь из нас узнал, что про меня, про тебя кто-то сказал, что если он так, то этого не может быть, то после этого мы не здороваемся, мы ждем сатисфакции, мы ищем разного рода предлога, чтобы больше с ним не здороваться и не встречаться. А тут сам Христос приходит и говорит, протяни ко мне руку свою, вложи свои персты в мои раны. Не будь неверующим, но будь верующим. Друг дорогой, когда Господь Христос говорит, придите ко мне все труждающие и обремененные, я вам дам покой, Он отдает себя тебе в залог этого покоя, в основание его, в удостоверение, что действительно на земле из миллионов живущих людей ты в своих глазах неказистый, может быть, в своих глазах недостойный, сам себя уже осудивший на жизнь без смысла и без всякого определения, Бог тебе восстанавливает веру, даруя и смысл жизни, даруя и надежду. Вот представьте себе эту картину, когда даже в нашей сейчас в жаркой Одессе, пусть у нас одна всего-навсего, может быть, рубашенция на теле, но чтобы вложить рану в рану персты, нужно даже эту рубашенцию снять. И вот Христос Иисус подходит и снимает себя, обнажает себя, раскрывает себя. Все внешнее, которое бывает иногда искусственным, не совсем реальным, оно как бы исчезает и говорит, вложи в рану свою руку. Не будь неверующим. И мой призыв к тебе, брат, дорогой, сестра, даже к брату и сестре, я все равно не смущаюсь говорить тебе, христианин, наша и Русь, и Украина, мы все христианские страны, мы так себя исповедуем, но заблудившиеся, потерявшие правду, часто находящиеся, как Фома неверующий, больше неверующий, чем верующий. И поэтому снова нужно подойти ко Христу, открыть Ему свои глаза, чтобы Он действительно подошел близко, и мы могли увидеть пронзенное Его ребро копьем за грехи, за беззаконие. Это наш был удар греха, это было наше прикосновение неверия. Это мы своим цинизмом причинили Ему эту боль, распяв Его, предав на крест. Это мы вместе с толпой кричали «распни Его!» И не напрасно Мел Гибсон, который сделал этот фильм «Страсти Христовы», показал всего-навсего весь Его, этот путь, как путь страданий, когда от предательства до смерти на кресте, это бесконечное бичевание, это потоки крови, это язвы, это раны, это человеческая ненависть, это ужасное отвержение, это одиночество, это Господь Христос, о котором сказано самим распинавшими, я не нахожу в нем никакой вины, Пилатом, который вынес приговор, этот человек праведник, я не нахожу в нем никакой вины, и тем не менее, толпой улюлюкающий прибит, отвержен, оплеван, растерзан буквально, теперь он приходит к тебе и ко мне без упрека, он просто протягивает свои руки и говорит, будь верующим. Брат и сестра, бывало ведь, наверное, в нашей жизни даже такая простая сцена бытовая. Вот разладились отношения у вас, самые дорогие супружеские. Не веришь ты больше мужу своему или ты не веришь жене своей? Просто в каком-нибудь маломальском эпизоде. Чью-то повесть не так передали, или кто-то что-то сказал. И как неверие, это разрушает отношения. Как неверие строит сразу между вами преграду. Бывает такое между родителями и детьми, бывает такое между учителем и учеником, бывает такое между капитаном и рядовым.
в армии, да, и в любой другой человеческой ипостаси отношений, это точно бывает. Когда нет веры, когда нет доверия, попробуйте, посмотрите на свою собственную жизнь, как разрушается все вокруг, как выстраиваются редуты обороны, как выстраиваются и подтягиваются полки различных клевет. Нам нужно обязательно очернить того, кому мы не верим. Нам нужно найти аргументы, мы не верим потому что. И действительно для этого есть факты, это на самом деле обоснованное неверие. И вдруг мы, не замечая того, всю нашу жизнь превратили в войну, она потеряла всякий смысл, она наполнилась этим мраком. Будь верующим, и вдруг все разрушается черное. Господь Христос со своей любовью рядом с нами, Его руки пронзенные, вот они, придите ко мне, я вас люблю. Любовь, доказанная тем, что я на кресте Голгофском умирал за тебя, чтобы тебе открыть двери неба. Любовь, доказанная тем, как Христос говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Не будь неверующим. Обретение веры, наличие веры, это второй признак достаточности, психологической нормы личности. И без веры человек не может Богу угодить, он сам неполноценный, у него жизнь расстроенная. Не будь неверующим, будь верующим. Господь Христос восстанавливает личность, даруя веру, возрождая ее даже в самой отчаявшейся душе, если ты просто приходишь к Нему с этой наивной, быть может, как у Фомы фразой: «Если не увижу, не поверю». Бог приходит и свою веру подтверждает. Не будь неверующим, но будь верующим. И третий пример из Евангелия, мне хочется прочесть тоже Евангелие от Иоанна, заключительную главу, когда Иисус Христос на берегу озера явился ученикам. Они всю ночь прорыбачили, бесплодное такое занятие, ничего не поймали, уставшие, я представляю их расстройство, опытные рыбаки, да без улова, и стыд, и позор, и голодно, и холодно, все здесь смешалось, и вдруг с берега: «Эй, дети, у вас есть какая-нибудь пища?» И они вдруг: «Это Господь». И Петр, бросив все, и снасть, и одежду, прямо так кинулся через по воде туда, к нему на берег. Другие прибежали, и они оказались у костерка, рыба есть, хлеб есть, угощение есть, и продолжается беседа. Восстановление личности. Иисус Христос, возрождая личность, дарует еще и служение. Иисус призывает к служению. Иисус Христос беседует с Петром и спрашивает его в присутствии этих его друзей. Он говорит ему: «Слушай, Петр, ты любишь меня больше, чем они?» И вот я себе представляю такую картинку, да, когда Петр вылез из воды, мокрый как курица. Весь вот этот антураж не требует никаких объяснений. Это предательство, потому что еще вчера только он говорил: «Предваряю тебя в Галилее, там меня ожидай, я буду там тебя встречать». А он бросил разочарованный, ушел ловить рыбу. И тут же наваливается эта память недобрая о предательстве, тут же память недобрая о его падении, которое он переживал. Вы помните, я в этом случае могу проиллюстрировать три вопроса, три ответа и три таких катастрофических, буквально катастрофических падения Петра, когда он от возвышенного состояния следования за Господом переживал катастрофическое падение. Я знаю, что верующие люди часто наивно, совершенно из ложных предпосылок считают свою христианскую жизнь. Вот оно такая, знаете, дистиллированная, она избавлена от всякого вмешательства внешнего, противодействия, падений, ошибок. И она как будто бы просто защищена чем-то невидимым, и человек в вере за Господом, он просто неземное существо. И я себе представляю: «Петр, любишь ли ты меня больше, чем они?» И у Петра сразу такой пыл горячий, он говорит: «Как же, Господи, конечно, ты помнишь, когда ты был еще с нами до своей смерти, мы плыли по морю, шторм был такой, и ты шел к нам по волнам. И я тоже спросил у тебя, можно я пойду? И я пошел». Правда, достойно такого уважения? И сразу здесь же катастрофа. Потому что он не успел уста открыть, как он вспомнил, начал тонуть. И слова Христа услышал: «А чего ты усомнился, маловерный?» И я хочу сказать, что очень может быть, и ты сегодня переживаешь совсем не подъем духовный в твоем деле, не энтузиазм твоей христианской жизни. Может быть, у тебя сегодня как раз тот самый срез критический, когда у тебя, кажется, это море житейское поглощает, и Господь протянул тебе свою руку и говорит: «Не бойся, только веруй», достал тебя из воды, а сейчас говорит: «Паси овец моих, паси овец моих».
Я себе не представляю другой человеческой формы общения, служения совместного, где было бы такое высочайшее доверие пастора, друга, спасителя Христа, который теперь говорит: «Паси овец моих». Мне нечего сказать: «Господи, ты знаешь все, паси овец моих». Когда я сам себя не хочу видеть, когда мне самого себя стыдно, паси овец моих, Господь тебя поднимает и Господь тебя вдохновляет. Второй вопрос он задает ему тот же самый: «Но любишь ли ты меня, Симон, сын Ионин?» И, конечно, у Симона опять, я представляю вот эту иллюстрацию, когда он говорит: «А помнишь, Христос, когда ты спрашивал, за кого почитают меня люди?» Это я единственный тогда сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но тут же в память пришло ему буквально на следующий день, когда он ему говорил Христу: «Не ходи в Иерусалим, да не будет этого, Господи, с тобою». И Господь Христос сказал: «Отойди от меня, сатана». Ах, опять смолк Петр. Что можно ответить на этот вопрос? «Паси овец моих», отвечает Господь Христос. И я снова хочу сказать, братья и сестры, это очень важно — пережить прикосновение Господа, который говорит о своей власти и приглашает тебя к себе, чтобы дать тебе покой, который вот в этом море бушующем, вот в этих катаклизмах, когда ты на фаворе и когда ты прямо в преисподней, когда ты на подъеме в победном шествии за Господом, и когда у тебя мрак полный поглощает, а Господь говорит: «Паси овец моих», не дожидаясь ответа: «Ты все знаешь, Господи. Ты знаешь, Господи, я люблю тебя». И еще раз все-таки он спрашивает его, как бы троичное такое переживание Петра компенсировать этими тремя вопросами. Он говорит: «Петр, Симон, сын Ионин, ты любишь меня больше, чем они?» И я так представляю, у Петра тут же, наверное, сразу иллюстрация. Помнишь, как в саду пришли воины арестовать тебя? Я с мечом выскочил, да воину и ухо отсек. «Защищаю тебя! Как же я не люблю тебя?» И тут же вспомнил он служанку, предательство, петух прокричал, и смолчал опять Петр: «Паси овец моих». Мне хотелось бы сказать, братья и сестры, вот тут вот Христос еще раз показывает, что для христианина, у которого есть вот это восстановление, восстановленная личность, у него действительно есть цель – следовать за Господом. И именно Христос приглашает тебя, восстанавливая твою цель, даруя ей не земное происхождение, не временное, не ошибочное, не мираж, а настоящее путешествие в небо, в страну, к престолу благодати, у которого власть, от которого все, которому все принадлежит. И Он приглашает тебя к этой цели высокой. Он наделяет тебя верой, чтобы через туман неверия, через бездну страстей, через человеческие падения ты шел вопреки обстоятельствам, ведомый этой прекрасной верой, жил бы как человек веры, достойный, может быть, вставший в ту галерею, о которой апостол Павел потом напишет в послании к евреям, где он перечисляет мужей веры, говорит: «Это герои веры, они не достигли сами совершенства, они ждут вас, и вместе, как облако свидетелей, вы войдете в это Царство Небесное». И Господь, наделяя вас верой, наделяет вас делом святым, чтобы служить, чтобы быть действительно служителями на этих нивах бесконечных, побелевших и поспевших к жатве. Перед тем, как пошли мы сюда в собрание, брат предложил текст Писания: «Молитву Христа молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И это наша с вами реакция на божественное прикосновение. Не комфорт, ничего не делание, не скатерть самобранка, не жизнь без печалей, а жизнь трудов, жизнь риска, жизнь дерзновенного подвига, жизнь служения. Вот что такое христианство. И Господь сам стоит с пронзенными руками, приглашая тебя, чтобы мы пошли за Ним. Поэтому он говорит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Рассказывают, что когда в Риме, Рим немножко древнее Украины, Спартак, там был такой известный герой, фильм по его восстанию был снят, это «Рабы». И вот раз победа, два победа, но затем все-таки императорские войска победили повстанцев, они окружены, и Крас, предводитель, обращается к этому сломленному или не сломленному воинству рабов. Он говорит: «Вы теперь в моих руках, ваша участь определена. В сущности, за ваше восстание, преступление ваше на Цезаря вы все должны быть повешены. Но я могу изменить вашу участь, если вы выдадите мне Спартака». Прошло мгновение, и выходит воин и говорит: «Я Спартак». Еще мгновение, выходит воин и говорит: «Я Спартак». За ним третий, и так все.
И в этой древней сцене показана страсть человеческого духа к свободе, страсть человеческой личности быть личностью. Даже презрение перед мечом, презрение перед петлей, презрение перед смертью ради свободы. Это с Едемского сада, где человек утратил эту свободу, самое неодолимое желание человеческой личности быть свободным. И оно никогда и нигде не достигается, это страстное желание, как только во Христе, который стоит сегодня перед тобой и говорит: «Мне дана всякая власть. Я сегодня представляю небо. Я сегодня представляю властелина вселенной. Я пришел, чтобы дать вам свободу. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я приглашаю вас в свободу, к Господу, через прощение, через раскаяние, через жизнь подвига, в свободу вечного Духа, который Он дарует тебе по вере твоей, в молитве твоей, по любви своей. Аминь».